Так, Volkswagen Touran, меняем фильтр салона. Вот такие вот фильтры салона. Выглядает вот так. Так, если мы ее поменяем, нам треба так откручиваем цей болтик. Пластик откручиваем рукой. Так, другой. Снимаем такую заглушку пористу. В сторону ее пока. Теперь. Снаучу. Надо снять эту штуку, нам надо так раз и вперед трошки. Опа, так, в сторону. Вводим штуку и снимаем. Тут были стики. Запрессован. Вот такие новые. Ставим на месяц. Вставляем его и засовываем. Опа. Ставим.
на цю пластинку. І здвигаємо в сторону. Все. Стоїть. Итак, поставили на место, прикрутили один болтик и один болтик пластмассовый, вставили, тут все попадает у нас, и теперь ставим этот пластик. Все. Тут стоит у нас, и тут стоит. Чтобы снять эту боковинку, треба потянуть сюда и потом потянуть ее вперед. Вот тут стоят два таких направляйки, защелки, чтобы их не сломать. Тянем спочатку цей край передний на себя и подаем его, вытаскиваем туда вперед. Все. Кому понравилось, ставьте лайки.